Стоять! Стоять! Руки за спину! Они це! Руки за спину! Еще есть? Убед! Телефон наш! Телефон! Водица! Водица есть? Здесь что делал? Меня наняли? Этот, по объявлению. Этот? Да. Нижнекамск, говорит, груз есть. Я говорю, давайте, папе. Подъехал, их грузчики скидали, масло. Я вот везу, все. Груз какой был? Там масло что-то. Где грузили? Ой, в районе гараж 500, короче. Точно адрес знаете? Ну, показать могу, но я не знаю. Все, я понял. Как все как хорошо. Не, вперед его, вперед, да, оставьте. Так. Алло? Да, вот купили, сейчас оформляем. В пакете, да? Вот в пакете деньги лежат. Даже сюда поставлю. Так. Сейчас мы сравним и приведем. Это ваши силы. Нет, это понятно. Взял, кофе купил, его 4 купил. Серия номера. Стороны тоже дверь туда, да? На улицу выходит. Да. Так. Здесь тоже. 8 этаж. А? Этажей 8. На грузчика на этаж. Тридцать два. 48 также. 48. Это у нас получается уже это, да? Как? На Шишминск? Как ты хочешь, при загрузке? Ну, конечно, сразу же будем отдельно разгружать, отдельно это складывать. Я считаю так. Ну, давай пока просто пересчитай. Ну, давай общий как 98. Левая стена.